Пахнет как вкусно. Вспенили фонтан на площади космонавтов. Сегодня ночью неизвестные вылили в чашу сооружение моющее средство. Очевидцы заметили первую пену в 4 часа утра. Пляжная вечеринка, пена по всему скверу. К уборке сотрудник комбината зеленого хозяйства приступил в 8 часов. Позже подъехала автоцистерна, чтобы смыть мыльные последствия. Мы оцениваем оборудование, пока повреждений не обнаружено. Фонтан приведен в надлежащее состояние, пена убрана, вода поменена, она зальется и к вечеру будет запущена. В минувшем году хулиганы не единожды выливали моющее средство в фонтан сквера 70-летия. В 2018-м подобное ЧП в Магадане произошло впервые. Вероятно, злоумышленников удастся найти. Они попали в объектив камеры видеонаблюдения.